Друзья мои, всем привет! Сегодня в этом видео я буду делать монтаж натяжного потолка в моей ванной комнате. Установил штангу, там наверху стоит лазерный уровень, который сейчас вы видите по периметру, отбивает мне красный луч. По этому красному лучу я должен сейчас буду забагерить ванну. Также перед натяжкой я должен буду установить светильники, вентиляцию и сделать выход под тропический душ. После этого всего я уже должен буду потом натянуть натяжной потолок. Натяжной потолок будет белый глянец, 4 точных светильника, 1 вентиляционный выход и 1 тропический душ. Вот это все будет у нас на потолке. А пока начнем работу по монтажу багета. Поехали! Забагечивание под натяжной потолок завершено, все четко по уровню, как и положено, все ровно, аккуратно, везде все саморезы у нас закручены. Так, следующий этап — расположение точечных светильников на потолке, протяжка вентиляции и трубы под тропический душ. Поехали! Подготовка к натяжке натяжного потолка завершена. Установил удлинительную резьбу для тропического душа, платформу для светильников, сделал вентиляционный выход. Здесь вот у меня стоит вентилятор канальный. Провод пошел на питание, там будет выключатель. В нише светильник установлен, лампочка горит, соответственно, все у нас функционирует. Отлично. Красота. Стопы, а полотенчик. Итак, в общем, друзья, закончил я работу с натяжным потолком, потолок установил, светильники все подключены, полотенчик запустил, осталось только сделать вентиляцию вон в том углу, да, и вывод под тропический душ. Так, в общем, надо будет ставить ставку, но ставку я буду ставить чуть позже, потому что надо еще углы пройти с силиконом. Так, ну вот, белый глянец, 4 точечных светильника на потолке и 1 в нише. Также у нас дополнительная подсветка будет вот здесь у нас будет зеркало, и зеркало будет тоже с подсветкой. То есть дополнительный свет от этого зеркала будет тоже идти. Зеркало будет включаться отдельно, у него будет сенсорный выключатель на панели прямо на самом зеркале. Так, ну, я закончил. Все. Ну, в общем, ладно, как-то так. До новых встреч, на новых видео. Потолок готов. Поехали! Пока-пока.
Визуальный осмотр снизу. Обратите внимание, по центру находится душ. Напоминает мордочку этих поросенка из Angry Birds. Прикольно.